Итак, если вы стали счастливым обладателем всего чуда, такого как МТ-14, там 250-й скутер и же подобных, либо вас настигла карма и вы купили скутер с такими колесами, и немного покатавшись, выясняется, что идет определенный стук с определенной периодичностью. Не стоит сразу лезть в редуктор, менять подшипники, там, обращаться на сервис, чтобы вам это сделали. Потому что проблема решается намного проще. Итак, как же решить данную проблему? Для этого понадобится головка на 19, для передних колес на 17. И шуруповерт. Ставим на минимум. И для начала выкручиваем саморезы цветной накладки. Тут, кстати, вот поцарапали где-то за короткий срок эксплуатации. Снимаем накладку и проверяем для начала. Ну, то есть она тут просто банально раскрутилась. Для этого мы ее снимаем, эту гайку, берем лак для ногтей либо же фиксатор резьбы и обильно промазываем. Не пытайтесь поменять, поставить гайку с хозяйственного, потому что здесь идет мелкий шаг резьбы, вы просто слижете резьбу на оське. Ну, не сможете нормально ее правильно закрутить, обычную гайку с фиксатором. Так что берем ту же самую гайку и теперь просто ее пали накручиваем. Все можно фиксировать. Зафиксировав колесо, можно ставить накладку декоративную, и ваша проблема будет решена.